Несчастный случай на стройке. В субботу на 32-летнего жителя Одесской области упала грузовая стрела. Инцидент, по словам очевидцев, произошел около 2 часов дня возле пляжа Ланжерон. Внаслідок падіння крану робітник отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. За вказаним фактом, слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Одеській області було розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Представители застройщиков, в свою очередь, выразили соболезнования родным погибшего. По их словам, всю необходимую информацию уже передали следствию. На данный момент полиция со всем этим делом разбирается, занимается этим вопросом следственного управления Одесской области. Значит, мы предоставили всю необходимую информацию, все записи с видеокамер, все, что возможно. И делаются сейчас экспертизы, все это анализируется. Так что я надеюсь, в ближайшее время у нас уже будет какое-то решение, заключение следствия по поводу виноватых в этой трагедии. Но могу сказать, что работало у нас несколько подрядных организаций, это третьи лица. Сотрудник погибший принадлежал к одной из них, кран вместе с крановщиком к другой подрядной организации. Какие требования в этот момент по безопасности не выполнил, сейчас выясняется. Кроме того, полиция открыла еще одно уголовное производство по статье «Хулиганство». Вечером перед входом на территорию стройки произошел конфликт между активистами, которые пытались разобраться в ситуации, и охранной фирмой. Не пропускали и журналистов. В ходе словесной перепалки один из охранников несколько раз выстрелил в воздух. Они потом скажут... Для соблюдения техники безопасности. Так, стрельба началась. Полиция стоит. Стреляют. И полиция, что за стрельба? Что за стрельба в городе? Вы можете сказать? Что происходит? А уже сегодня вечером около 50 активистов собрались на Думской возле здания мэрии. Главное требование – остановить строительство. Активисты подготовили и письменное обращение мэру города. Это и есть самая вымога. Мы ее сегодня будем отправлять в сессию, в городской совет. Мы сегодня ее также подпишут представители общественных организаций, «Зеленый лист», «Автомайдан» и так далее.